«Работай в России» – так звучит название всероссийского профориентационного проекта, который направлен на повышение престижа рабочих и инженерных профессий. В его рамках проходит акция «Неделя без турникетов». Эти устройства открыли для студентов Института радиоэлектроники и информационной безопасности. У них появилась возможность не только познакомиться с производственным процессом, но и пообщаться с конструкторами и инженерами. По мнению Ильи Гудзенко, молодежи важно продемонстрировать возможности предприятий, чтобы вызвать интерес и в будущем привлечь их к работе. Мы, как молодые специалисты, должны знакомиться не только с образованием, то есть этической частью, но и подготовка. Это целенаправленная подготовка кадров к конкретным рабочим местам. И я считаю, что такие вылазки вот на предприятия конкретные, реальные, они очень нужны нам, чтобы мы видели, что мы учимся и как это применяется. Студенты наши нынешние, придя сюда, видят, чего они могут достичь, что то, чему я их учу на лекциях, это не просто некоторые заумные, непонятные вещи, а вещи, на которых можно потом работать, и перспектива есть некоторая, интересно, и кусочек хлебушка, и с маслицами, может быть, что-то и на маслице сверху намазать можно. Генеральный директор предприятия отмечает, здесь работает множество опытных специалистов, которые обладают профессиональными навыками, но нуждается предприятие и в молодых кадрах. Мы сегодня резиденты свободной экономической зоны, и в рамках инвестиционных обязательств мы строим новые площади для конструкторского бюро. Вот в этом здании сейчас еще настроено 2 этажа. Где-то к лету будет уже закончена отделка и будет производиться насыщение рабочих мест, то есть там столы, оборудование. Поэтому вполне возможно, что в следующем году уже потребуется нам новый специалист. На предприятии надеются, что благодаря этой акции им удастся привлечь учащихся, укрепить контакты с вузами и образовательными организациями города и таким образом сформировать кадровый резерв молодых специалистов. Святослав Данилов, Александр Дементьев, информационный канал Севастополя.